Всем огромный привет! Сегодня мы пошли снова за грибами. Пошли у нас красивые грибочки. И вот первые, вот какие они уже подросли сегодня. Симпатичные такие, в таком вот красивом местечке растут. Сейчас мы это все срежем и пойдем дальше смотреть грибочки. Такие вот красавчики нам попадаются. Ой, тут три, смотрите. Один, вот второй, а вот третий. Лес, в принципе, влажный, но не сильно мокрый. Посмотрим, может быть, еще что-нибудь найдем подальше. Видите, какие красивые у нас сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Ух ты ж! Шесть боровичков, семь! Ура! Семь штучек! Посмотрите, какая красота. Раз, два, три. Тут вот не очень удобно, конечно. Вот четвертый. Сейчас я соберем, пойдем дальше. Может, еще что-нибудь будет интересненького. Солнышко сегодня светит. Честно, я не очень люблю в такую погоду собирать грибы. Ну да ладно. Вот какая красота здесь уже с такими темными шляпочками. А ножки посмотрите какие. Во, произведение искусства. Здесь номер два сидит. А там дальше, вон там, вот там вот можно увидеть номер три. О, это классно. Сейчас будем собирать и пойдем дальше. Тут какой-то садист вон как нарезал грибовна просто. И оставляют, главное, всю грибницу саму. Мы сначала выбираем, потом обрезаем и закрываем все за собой. То есть вот так вот у нас. Корзинка у нас чистенькая все время. Если по одному, до монтировки не все пойдет. Итак, сейчас мы посмотрим еще. И посмотрите, какая красивая лапочка сидит, грибочки. Такие красивые в этом году. Сегодня опять же солнце светит. Не очень я люблю, но спасибо лесу. Будем надеяться на хорошее. Только собралась отойти, и посмотрите, какая красота. Солнышко прячет их, но я их увидела. Вот такие лапочки у нас растут. Хотелось бы немножко покрупнее, но я и такие рада. Вот такие красивые пузатики встречаются. Просто радуюсь, как ребенок. Я очень люблю собирать грибы. Поэтому бывают такие видео, возглас от счастья. Солнышко, ну вот тут в тенечке я совершенно, ой, извиняюсь, случайно увидела, смотрите, какая красота сидит. Вот какая красота сидит, такая крупненькая уже. И там еще такой маленький-маленький, кнопочка отсюда видна. Ой, жарко, конечно, но это того стоит, это такая классная прогулка. Еще и вот с такими классными, прекрасными, ой, грибочками. А здесь вот такие две бедняжки. Но они меня дождались. Посмотрите, какая красота. Просто произведение искусства. Ой, какая красота. Спасибо, леса. Сегодня снова неплохой. Но из леса мы еще не уходим. Будем продолжать дальше. Какой красавчик мне попался здесь. Ой, там два, представляете? Смотрите, раз. Красота какая вылазь. Два. Вот это да. Вот это такие рекорды. Сейчас поудобнее достану. Покажу еще раз. О, это такие рекордные две штуки в этом году для меня. Честно скажу. Сейчас обрежу аккуратно. О, какая красота. Супер. Продолжаем дальше. Это даже поднимает настроение, стимулирует пройтись дальше. Хотя пол леса пройдешь, ничего не найдешь. Иду такая, смотрю. И посмотрите, какая красота здесь творится. Смотрите, раз, два и три. Вот так вот красиво они сидят, прячутся. Солнышко зашло, я их совершенно случайно увидела. Вот такие произведения искусства. Три штучки еще попалось. Ну что ж, действительно, хорошая сегодня прогулка за грибами получилась. Вот так вот
Ой, какой красивый. Немножко уже в лесу, правда, суховато. Дождика как бы требуется. Ну, вот такие вот, когда красавчики встречаются. Ой, какое хорошее настроение сразу. Не успеваю, конечно, все показывать. Но вот самые красивые хочу, конечно же, показать. Вот так вот они красивые. Здесь такие уже среднего размерчика. Несмотря на то, что сегодня столько народу пришло, прошло. У меня вот какая корзинка. Ну, в конце видео, конечно же, еще раз покажу. Ну, по крайней мере, пока что вот так вот. В таком красивом мху сидят вот такие красавчики. Смотрите, раз, два, три. И посмотрю, я думаю, что еще может быть в этой части. Наверное, потому что большие вот такие вот покрупнее деревья, именно ели. Здесь посырее. И грибочки здесь вот по три штучки, по четыре штучки растут. В общем, отличная сегодня прогулочка. Пройдем дальше еще. Всем огромный привет! Сегодня мы пошли снова за грибами. Пошли у нас красивые грибочки. И вот первые, вот какие они уже подросли сегодня. Симпатичные такие, в таком вот красивом местечке растут. Сейчас мы это все срежем и пойдем дальше смотреть грибочки. Такие вот красавчики нам попадаются. Ой, тут три, смотрите. Один, вот второй, а вот третий. Лес, в принципе, влажный, но не сильно мокрый. Посмотрим, может быть, еще что-нибудь найдем подальше. Видите, какие красивые у нас сегодня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Ох ты ж! И шесть боровичек, семь! Ура! Семь штучек! Посмотрите, какая красота. Раз, два, три. Тут вот не очень удобно, конечно. Вот четвертый. Сейчас я соберем, пойдем дальше. Может, еще что-нибудь будет интересненького. Солнышко сегодня светит. Честно, я не очень люблю в такую погоду собирать грибы. Ну да ладно. Вот какая красота здесь уже с такими темными шляпочками. А ножки посмотрите, какие. Во, произведение искусства. Здесь номер два сидит. А там дальше, вон там, вот там вот можно увидеть номер три. О, это классно. Сейчас будем собирать и пойдем дальше. Тут какой-то садист вон как нарезал грибовна просто. И оставляют, главное, всю грибницу саму. Мы сначала выбираем, потом обрезаем и закрываем все за собой. То есть вот так вот у нас. Корзинка у нас чистенькая все время. По одному до монтировки не все пойдет.